Spread out a little bit. Spread out. Double bicep. Lats spread. Side chest. Итак, свершилось. Есть абсолютный чемпион. Арнольд Классик Европа из России. Наш атлет из Москвы. Виталий Фатеев. Ислап.ру. Виталий Фатеев. Виталий Фатеев. Наш чемпион. Сегодня спасибо. Заработал статую, золотую медаль абсолютного чемпиона и право на профессиональную карту. Виталий, говори тебе слово. Спасибо всем, кто меня поддерживал, кто за меня болел. Я надеюсь, оправдал. Но честно скажу, что это была чисто моя борьба. Это было дело принципом, когда я первый раз выехал на Арнольд Классик, я сказал себе, то, что я стану абсолютным победителем. И вот на третий уже раз, да, третий год, спустя три года. Третьей попытки. Получилось, да. Поэтому
Вот, а что касается вообще поддержки, да, то это очень круто, столько написали в соцсетях. Ой, я думаю, что там еще сегодня появится столько. Так что, вот, а сейчас, наверное, да, можно отдохнуть. Полденька у нас есть до отлета в Москву. Так что всем опять-таки привет. Скоро увидимся. Виталик, может, два слова, какие дальнейшие планы есть или пока не думал? Дальнейшие планы, конечно же, хотелось квалифицироваться на про-уровень, и задача выполнена. О дальнейших планах в течение сезона я сейчас буду думать, потому что... Я тебя прошу подумать, потому что 1 ноября Гран-при Фитнес-хаус, у тебя есть право на про-карту. Я думаю, что ты можешь. 1 ноября, да? Я подумаю, ну как Денис Логинов скажет. Я от имени Дениса Логинова... Поговорим, я сейчас не хочу наперед загадывать. Денис Логинов! Виталий, спасибо тебе! Спасибо.